Здравствуйте, уважаемые жители Music Wars. Сегодня пришло обновление в игру. Введение новых фичей, бонусов и так далее. Давайте рассмотрим быстренько все и по порядочку. Вы пережили Новый год. Вы перешли планку с 2016 на 2017 год. Получаете бонус. У вас теперь энергии не 12, а 20. У вас теперь боев не 9, а 20. Количество энергии и количество боев увеличено. Да слава богу. Но это не все нововведения. Посмотрите, какой красивый крестик у нас тут появился. При его нажатии теперь всегда вы можете купить либо увеличенный опыт на 200%, либо полная блокировка. Новые красивые карточки, их просто прелесть. Теперь золотистого цвета. А, все видели? У кого еще карточка осталась на 7 дней с 2 лет празднования? Похвастайтесь, запишите в комментариях. С удовольствием посмотрю. Вот. Но самое прикольное нововведение, которое пришло с этим обновлением, это на музмехах равновесие. Вы заметили, наверное, уже, что появилось большое количество экспедиций. Раньше было по 3, по 4, а теперь количество просто колоссальное. И на всех почти висит знак равновесия. Это значит, что при подключении каждого музмеха в данную экспедицию мощность будет делиться по каждому по отдельности, и бонусы основные будут давать некоторые модули, такие как определенные звания, полученные в боях, также увеличение урона за счет покупки модулей в магазине. К сожалению, зайти уже не могу ни в одну и показать, как делится, потому что две своих я уже провел. За это я получил две нашивки. Знак отличия. Знак отличия дается на 6, ну там на 7 дней получается. И интересно будет посмотреть завтра, если будет еще или царь скорпионов, или королева ущелья. Ну посмотрим, если то и другое будет, то обязательно пойду посмотрю, будет ли королева ущелья 2 или царь скорпионов плюс 1. Типа что-то такого. Но еще одна очень интересная вещь. Теперь решили к нам в зал славы добавить на правую часть, вот сюда, где основные трофеи. Учет у вас ведется только по одной подземке сейчас. В дальнейшем у вас здесь появятся кубки на прохождение Дрожи Земли, бойцовского клуба. Жесть, как она есть. И так далее. Все ивенты, которые будут вводиться, все будут здесь появляться. И это еще не все. Для любителей пособирать кучу торнов и покрутить рулетку, теперь не надо напрягаться. Появилась новая веселая галочка. Сразу 10 вращений. Но вот мы сейчас ее сразу затестим. А повезет ли мне сегодня? Ну-ка. Опа, 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 опа. Круто. Сразу много и фуфла. Вот так бы было бы. Робот, 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 робот. Робот, тысяча, тысяча звезд, тысяча, тысяча звезд. А, кого тут? Конфетки, 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 бараночки, блин. Повыпадало всякой фигни, короче. Ну-ка, хотя бы простой. А вращение по одному также осталось медленным, неинтересным. Но зато достает VIP-карту. А там одни конфетки. Так что подумайте, как стоит крутить. Предположительно, что заранее будет там все продумано и будет отнимать у вас, скорее всего, больше торнов. И не будет у вас нормального эффекта. С новым обновлением вас, граждане Sound City. Спасибо большое за просмотр. Счастливо! Getting jiggy with it.
with it.